Просто хочу вам показать эту картину маслом. Смотрите. Это вот одно чучело разомлевшее. А вон там наша девочка разомлевшая лежит. А вместе они вот так вот выглядят, короче. Вот, такие дела. Хорошо вам, Ребзи? Му? Хрю? Скажи что-нибудь. Му? Хрю? Нет? Сейчас ко второй подойдем обязательно. Она позволит вообще себя снять? Да, разрешила, вы гляньте. Ну, немножко отвернулась. А этот прямо даже лапкой трогает меня. Короче, вот такие вот коты. Тушки две. Устали. Угу. Five minutes later. У нас, короче, вот такая вот петрушка творится. Шанель посягает опять на лежанку Руфуса. Хотя вот ее стоит свободная, но ей надо вот именно к нему. А он обороняется, видите? Это тактика растопырки называется. Все четыре конечности поднять в воздух и отпихиваться. О, за горло! Это вот к вопросу о том, что Шанюнька у нас такая бедная, ее обижают. Да нифига, вот она его вечно доводит. Но потом он, соответственно, на ней это отыгрывается. Шанечка, Шанюня, Шанчик, Шанюнь. Ну у тебя же своя лежанка есть, ну вот чего тебе надо от него? Ладно, надо их разводить по углам, а то сейчас опять передерутся. Так, стоп, все. Later that same evening. В общем, в продолжение всей вот этой истории дневной помирились они, уместились, и в конечном итоге все у них закончилось полюбовно. Вот такие коты.